Заявление. Шевелеву Андрею Владимировичу. Заявление. Губернатору Тверской области. Верхневолжское авторское общество. Общественная организация, призванная для оказания доступной правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторских произведений в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Ходатайствуем перед вами, губернатор Тверской области, в оказании содействия, развития, создания благоприятной среды, консолидации лиц, представителей творческой и научной элиты, представителей ВПК СССР, нынешних молодых авторов научных открытий. Сегодня Верхневолжское авторское общество представлено в интернете, используя новые блогерские технологии, результаты исследований трудов в области психосемантики и лингвистики, формирует позитивную информационную среду, представляя труды и продукты интеллектуальной деятельности Тверского региона в международном сообществе. Общество располагается фактически в городе Твери, улица Коминтерна, 102-47, офис 235, до недавнего времени финансируемый частным предприятием ООО «Басаргин», что прекратило свою хозяйственную деятельность вследствие экономического кризиса. Заявляем о просьбе рассмотрения вопроса о государственной поддержке, субсидировании затрат, несущих вследствие исследований ряда направлений научных изысканий членами общественной организации Тверского оригинального общественной организации Верхневолжское авторское общество и их хозяйственной деятельности. Оказать активную поддержку в развитии политики инноваций в России. Верхневолжское авторское общество создано для оказания шаговой доступности правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторские произведения в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Доступность правовой помощи в Верхневолжском авторском обществе обеспечивается на основе использования регистрационных налоговых льгот, установленных для правообладателей, авторов и заявителей Роспатентов и российским законодательством, а также дифференцированным регистрационным сбором в Верхневолжском авторском обществе в зависимости от социального положения правообладателей и их уровня дохода. Отличительной особенностью Верхневолжского авторского общества является комплексное решение задач правовой помощи правообладателям при депонировании и регистрации объектов интеллектуальной собственности в национальных и международных авторских сообществах и патентных ведомствах стран мира, а также при ведении объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот включительно. Ранее в ваш адрес была отправлена корреспонденция от физического лица в окно общественной приемной губернатора Тверской области, входящий 036-Б-94-57 от 21.10.2011 года, просьба ответить на него вразумительно содействием. Сегодня общество занимает площадь своего фактического пребывания ресурса актива открытого акционерного общества «Турист» и вынужден перед ним ходатайствовать о нахождении в их здании на безвозмездной основе в качестве социальной ответственности бизнесом перед обществом, в частности научным, фактически. Просим содействия в данном открытом вопросе. Шевелеву Андрею Владимировичу. Всех благ!